Добрый день. Моя лекция называется «Маркс 2.0». В 90-е годы в нашей стране старались забыть о Марксе полностью. Его перестали преподавать, ему перестали учить, и считалось, что это какая-то теория, которая проиграла. И вспоминать о ней уже не стоит. Но пришел 2008 год. Мировой финансовый кризис. И снова человечество обратилось за рецептами выхода из имеющихся проблем к идее Маркса, которым более 150 лет. Они снова стали актуальны. Суть его идеи о том, что основой общества являются отношения людей, и именно производственные отношения. И в рамках этих отношений, как только у человечества, у первобытного общества появился какой-то избыток, начинается борьба. Начинается борьба за присвоение этих ресурсов. Классовая борьба. Основная проблема, основной вопрос человечества. Как одни люди отнимают результаты труда у других людей. В разные века это решалось по-разному. Рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и так далее. Но основной вопрос человечества. Как это выглядит при капитализме, как это описывал Маркс? Итак, производитель добывает сырье, перерабатывает его, производит готовый продукт. Прибыль. Деньги вкладываются для того, чтобы получить прибыль. Соответственно, продается продукт дороже, чем себестоимость, которая на него тратится. А из кого состоит общество? Общество состоит из тех людей, которые участвуют в производстве этого продукта. Этот продукт продается этому обществу, но уже дороже. Считается, что налог каким-то образом может исправить ситуацию. Ведь если взять с капиталиста налоги, и об этом писал Маркс, и раздать людям, в конечном итоге ситуация улучшится, и распределение продукта будет более справедливым. Однако в конечном итоге люди идут в магазин, что-то покупают на эти деньги, и опять все деньги оказываются в руках у капиталиста. Что же делать? Какие решения предлагал нам Маркс? Он говорил о неизбежности кризисов. Дело в том, что в конечном итоге все ресурсы соберутся у какой-то очень узкой группы людей. И некому будет продавать товары. На фоне этого возникнет кризис производства. Решение. Как же решить эту проблему? Решение в том, чтобы запретить частную собственность, чтобы она стала общей, а прибыль распределялась между рабочими, между людьми, а не забиралась какой-то узкой группой лиц себе. И управлять этим должно государство. Перенесемся в сегодняшний день. Прав ли был Маркс? Действительно ли то, что он писал 150 лет назад, об этих процессах, о которых я вам только что рассказал, в реальности имеют место быть? Может быть, он ошибался? 2018 год. Давосский форум. Обсуждение проблемы неравенства. Фиксируется, что за 10 лет после кризиса 2008 года ситуация с неравенством еще сильнее усугубилась. И 1% населения владеет 82% всех активов. То есть последствия кризиса 2008 года решались за счет среднего класса и за счет бедных. Богатые только богатели. И увеличивается противоречие между производством и покупательским спросом. Известный профессор МГИМО Валентин Катасонов. Фактически капитализм уже закончился. Как говорил Джордж Сорос, музыка прекратилась, а они все еще танцуют. Это уже не капитализм, а посткапитализм,
или это уже новый рабовладельческий строй? Что же делать с этой ситуацией? 100 лет назад решение было одно — революция в нашей стране. И как смотреть на Маркса сегодня? Есть два подхода к марксизму и два подхода к пониманию работ Маркса. Товарищ Сталин о подлинном марксизме. Он говорил, что есть две группы людей и два способа понимания Маркса. Одни понимают его как философа, как человека, который нашел какие-то закономерности, цитирует его как ученого, относится к Марксу как к науке. Вторая группа, говорил Сталин, это те, кто берут его идеи на вооружение сегодня, немедленно меняют мир, отнимают активы, совершают революции. Это происходило в 20 веке в разных странах. В России, на Кубе, в Корее. Вопрос, кто же прав? Я поделюсь своей точкой зрения на этот вопрос. И я думаю, что сегодня в первую очередь Маркс — это ученый. И то, что мы видим в его работах, то, что мы читаем, это законы, открытые им, законы общества, по которым это общество развивается эволюционным путем. Итак, цифровые технологии открывают путь к разрешению противоречий. И Маркс победит без революции. Несколько примеров, несколько тенденций, которые я наблюдаю, которые все мы видим каждый день, которые я хотел бы привести в доказательство этого тезиса. Ремесленники побеждают капиталистов. 150 лет назад капиталисты, казалось бы, навсегда победили ремесленников. У тебя какое-то производство, рядом построена фабрика, все. Один путь — идти наемным рабочим, вы видите на картинке, да? И вот твоя жизнь, твоя судьба. Ничего другого тебе не светит. Что мы видим сегодня, что нам дают новые технологии? Юрий Дудь, хочешь быть успешным в Ютубе — делай дешево. Капитал в некоторых областях, особенно искусство, культура, музыка, журналистика, он не становится решающим фактором, да? И люди абсолютно без капитала, без вложений могут на равных конкурировать с монополиями и побеждать их. Этих ребят вы знаете, да? Дешевый проект без каких-либо вложений собирает десятки миллионов просмотров и становится новостным событием федеральных каналов. Вопрос, кому принадлежит YouTube? Нужно ли отнимать YouTube, делать его чьим-то общим? Только он и так общий. Он и так общий. Любой человек может создать свой телевизионный канал, выкладывать свои фильмы, музыку, да? То есть ремесленники возвращаются. И социализм приходит естественным путем через развитие технологий. В моде фермерский товар, а не парниковый успех у того, кто сможет убедить аудиторию в своей подлинности, что его медиатовар не содержит ГМО. Ремесленники побеждают. Вторая тенденция, о которой бы я хотел сказать в развитии того, что уже сегодня рассказал, это экономика совместного потребления. Социализм — это когда все общее. Так опять же через технологии мы приходим к новой модели экономики, когда многие вещи становятся общими. Общество совместного потребления. Uber полностью изменил бизнес такси. Да? Другие проекты, когда ты живешь в домах чужих людей, и это убивает бизнес гостиничный. Да? И так далее, и так далее, и так далее. То есть многие вещи становятся общими. Не через революцию, не через то, что кто-то что-то у кого-то отнял, а именно технологии позволяют этому свершиться. И третья тенденция — немножко будущее, да? Новые строители коммунизма. Элон Маск заявил о бесплатном интернете для всей планеты. Итак, действительно Маркс прав. И те процессы, которые сегодня
происходит в обществе, это доказывает. Но мы должны понимать, что сейчас совершенно другой виток и другие технологии, и сегодня нам не нужны революции, потому что совершенно естественным путем Маркс победит без революций. И его идеи каким-то совершенно удивительным образом, записанные им 150 лет назад, сегодня сбываются. Прогнозы сбываются, тенденции абсолютно точно сбываются. И самое важное, он показывает нам путь развития общества в будущее. Спасибо. Сейчас я представлю второго спикера, Тину Муратовну Вахитову, с ее лекцией. Добрый день еще раз, уважаемые друзья, коллеги. Хотелось бы представить вам свое видение теории Маркса. В каком ключе? Теория Маркса, учение Маркса — это сложная теория и простые выводы со знаком вопроса. И, так сказать, давайте попробуем проследить вот эту диалектику, эту методологию, которую нам оставил Маркс. Безусловно, Маркс — это глыба, это матерый человечище, да, это значительная страница в истории экономических учений. Он создал нечто глубокое и широкое, соединив в экономической науке и экономику, и философию, и социологию. И вот такая широта взглядов, широта подходов, она после смерти Маркса как утратила актуальность в экономической науке. Экономическая наука, она фрагментирована оказалась, да, на достаточно долгий промежуток времени. Но сейчас вот такой подход Маркса, он нашел, наверное, где-то воплощение в современной теории институционализма, которая и, в общем-то, выстраивает свою экономическую теорию, свои подходы на таком междисциплинарной платформе. Так что, вот, задаваясь вопросом, что осталось от Маркса в большей степени, предмет или метод, на мой взгляд, мы здесь говорим о актуальности именно методологии Маркса. И поэтому вот такой глубокий, широкий взгляд он привлекает и делает ценителями теории Маркса не только экономистов и не столько. Маркса любят историки, философы, социологи. Анализирует такой комплексный подход к трактовкам современного этапа экономической жизни, экономической эволюции общества. Недаром выдающийся экономист Йозеф Шумпетер еще в 1942 году предпринял массированный взгляд и попытку анализа наследия Маркса в таких его ипостасях, рассмотрев, да, Маркс-пророк, Маркс-социолог, Маркс-экономист, Маркс-учитель. Безусловно, Маркс создает непревзойденную никем экономическую теорию того общества, в котором он жил. Конечно, мы не можем сейчас утверждать, безоговорочно, что учение Маркса, всесильно, потому что оно верно. Потому что, безусловно, конечно, он в своей теории и в своих доктринах допускает и, диалектические противоречия, логические, и не сказать, что строение марксизма, да, его архитектоника не претерпела каких-то изменений или, разрушений под влиянием времени, под влиянием тех изменений, которые происходят в обществе, особенно в современном, когда эти изменения ускоряются качественно. Своей строгостью, стройностью, обоснованностью выводов, на мой взгляд, марксистская доктрина обязана именно диалектическому методу, диалектике. И Маркс, здесь не скрывает, что, в общем-то, одним из источников, одним из составных частей марксизма является диалектика Гегеля, поскольку в домарксовский период вершиной этого направления философии была диалектика Гегеля. Вы видите, что даже в письме Энгельсу он указывает, что именно диалектика Гегеля, которую он считал своим величайшим учителем, в общем-то, во многом сподвигла его и позволила ему сформулировать те выводы, которые он делает, которые являются основополагающими, особенно то, что касается первой главы «Капитал».
Значит, диалектика, как так сказать, диалектическая логика, в отличие от формальной логики, подразумевает изучение процессов значит, движения общества в его непрерывном движении, изменении и развитии. Причем это происходит в такой определенной триаде, да? Тождество, отрицание, 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 ну или тезис, антитезис и синтез. И вот даже как бы взгляд, и если мы попробуем пройти вот этой логикой Маркса, да, по его исследованиям, это, в общем-то, нам показывает глубину и, так сказать, неприходящую ценность, так сказать, и верность, наверное, так сказать, бессмертность его, в общем-то, творения. Ну вот даже если посмотреть на то, как выстраивает Маркс отдельные значит, главы своего труда, капитала, вы видите, что здесь все как бы четко подвержено в общем-то, вот этой диалектической логике. Ну и если посмотреть здесь как бы так вот, как с высоты птичьего полета, что ли, да, на, так сказать, вот его логику размышлений, говоря о капиталистическом способе производства, ровесником которого он явился и, собственно, изучал который, да, он как бы, так сказать, исследуя этой диалектической логике, полагает, что, в общем-то, это не есть начало и не есть, так сказать, конец истории, да, как сейчас говорят современные футурологи. Так сказать, капиталистический способ, начало капиталистического способа производства было заложено всем предшествующим этапам развития общества и его цивилизации. И в этом начале, полагал Маркс, так сказать, это начало несет в себе как зародыш вот этого нового способа производства капиталистического, но он несет в себе зародыш и его смерти. Потому что действительно все, так сказать, происходит вот в этой цепочке, так сказать, диалектического развития. И путем долгих научных, в общем-то, изысканий, непростых, он приходит к выводу о том, что элементарной частицей капиталистического способа производства является именно товар, поскольку определяет весь характер вот этого всеобщего товарного производства, капиталистического способа производства. Далее в этой вот диалектической логике рассматривает категорию стоимости, которая также проходит определенные как бы, так сказать, вот такие этапы своей эволюции, своего развития. Сначала от простой, единичной или случайной формы стоимости, когда товару, так сказать, товар выражает свою стоимость в потребительной стоимости другого единичного товара. Далее полная или развернутая форма стоимости, когда потребительная стоимость одного товара может выражаться в потребительных стоимостях других товаров. Далее всеобщая форма стоимости, когда стоимость товара, так сказать, выражается в потребительной стоимости только одного товара. И, соответственно, так сказать, движением вот этих форм стоимости является как раз-таки противоречие между потребительной и меновой стоимостью. Это противоречие потом разрешается в появлении денег. Деньги, как так сказать, инструмент, который, вот, по сути дела, разрешает это противоречие, также в своей эволюции проходит так сказать, несколько ступеней, да, развития. Это деньги как мера стоимости, деньги как средство обращения, деньги как деньги, которые, в свою очередь, образуют, в общем-то, капитал. И далее, исследуя категорию капитала, Маркс приходит также, так сказать, следуя вот этой диалектической логике, которая подразумевает, так сказать, изучение процессов развития, изменения общества не только вот в этой триаде, да, тезис, так сказать, антитезис, синтез, но и говоря о, так сказать, движении от простого к сложному, от, так сказать, абстрактного к конкретному. И исследуя уже категорию капитала, Маркс в этой диалектической логике переходит от исследования значит, индивидуального капитала уже к так сказать, общественному капиталу, говорит о воспроизводстве, исследуя здесь простое расширенное воспроизводство, первое так сказать, создание совокупного общественного продукта в первом и втором подразделении. То есть мы везде вот прослеживаем вот эту вот, так сказать, диалектическую логику, диалектическую взаимосвязь, перехода количественных изменений в качественных, отрицание, отрицание,
борьбы и единства противоположностей. Ну и, на мой взгляд, апофеозом, наверное, значит, вот такой диалектики этих рассуждений является учение Маркса о формациях, где как раз-таки он уже, так сказать, приходит, в общем-то, к выводам о том, что, значит, капиталистический способ производства изнутри взорвется из-за того, что, так сказать, общество на определенной ступени своего развития, так сказать, приходит вот к этому противоречию между уровнями развития производительных сил и производственных отношений. Если первоначальные производственные отношения, отличающиеся новациями, новшеством, они являются фактором роста производительных сил, то на определенном этапе, вот том этапе, ровесником и современником которого был Маркс, производительные силы, в основе которых лежат как раз-таки производственные отношения, в основе которых лежат как раз-таки отношения собственности, являются тормозом, оковой, которые сковывают развитие производительных сил. И все, и дальше грядет социальная революция. Но вот это прочтение Маркса, так сказать, чем оно интересно современникам оказалось? И здесь вот такое небольшое отступление. Первый перевод Маркса, «Капитала» Маркса был осуществлен именно в России в 1872 году, так сказать, еще при жизни. Он, в общем-то, так сказать, достаточно так позитивно отозвался о, так сказать, русском переводе. Именно вот эта вот революционность, так сказать, такое вот восприятие Маркса как низвергателя прошлого, в общем-то, привлекло в, значит, в идеи, эти идеи привлекли, и пристальное внимание к ним оказалось, вот, особенно пристальное оказалось именно в России. Его воспринимали действительно, так сказать, именно как революционера. Его вот эту философию, методологию, о которой сейчас говорили, ее, в общем-то, распрямили. И, в общем-то, привлекательность, вот, сказать, опустили эти вот, как бы, частности, может быть, не вдаваясь глубоко в эту философию, диалектику этого развития, его мысли, распрямили ее. И, так сказать, оказалось, что, так сказать, достаточно сложная научная теория Маркса имеет простые выводы о том, что, так сказать, можно взять винтовку, идти на баррикады, так сказать, пробил час, так сказать, капиталистического строя, так сказать, можно экспроприировать экспроприаторов. И вот, в общем-то, в этом, наверное, оказалась привлекательность теории Маркса. Сложная теория, простые выводы. Но не здесь, конечно, не все так однозначно, безусловно, и, конечно, противоречия допускаются и в теории Маркса, конечно же, поскольку, говоря, что основным противоречием является противоречие между трудом и капиталом, Маркс не допускает, так сказать, ну, или не рассматривает такие аспекты взаимоотношения труда и капитала, как сотрудничество, переход одних, так сказать, форм в другие. Но эту диалектику уже, так сказать, эту диалектику отношений, наверное, мы оставляем науке настоящего и будущего изучения. Но вот такой однозначный взгляд, однозначная симпатия Маркса, значит, которая однозначно находится на стороне угнетаемого и эксплуатируемого класса, по его мнению, ну, наверное, делает его, в общем-то, идеи, привлекает к его идеям, в общем-то, миллионы людей. И поэтому, так сказать, даже вот вы видите такое, значит, отношение и, так сказать, выражение, заслуга Маркса в том числе звучит из уст людей, как бы, в общем-то, весьма отдаленных от, так сказать, которых не заподозришь симпатии к марксистским идеям. Все, спасибо. Здравствуйте. Мне хотелось бы начать свою лекцию с вопроса, а действительно ли учение Маркса актуально сейчас? Действительно ли Маркс непогрешим или он неизбежен? Попробуем в этом разобраться. Как говорил известный экономист Жак Аттели, никто не произвел на 20 век такого огромного влияния и впечатления, как учение Карла Маркса. Но мне кажется, это не только для 20 века актуально. И 21 век без Карла Маркса не обойдется. Вы посмотрите, как в последнее время возрос интерес к его трудам. Причем на благополучном Западе. То есть тиражи его «Капитала» просто зашкаливают. Ну, «Капитал» вообще уникальная научная монография. Она переведена на 50 языков мира. Она... С вашего позволения. Она в общем количестве тиражей составляет 50 миллионов экземпляров, что, ну, можно сравнить разве что с «Гарри Поттером» или с «Властелином колец». Сама книга пережила 500 переизданий,
и индекс цитирования капитала Маркса зашкаливает и приближается к индексу цитирования Библии. Также у него есть другие выдающиеся работы, которые актуальны и в наше время. Вот, например, «Манифест коммунистической партии». В этой работе Маркс в то время еще писал о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения. Это в то время, когда ни одна страна мира прогрессивную шкалу налогообложения просто не использовала. Сейчас нет ни одной страны мира, где бы не использовалась прогрессивная шкала налогообложения. И даже в России с 1998 года по 2001 был введен прогрессивный налог. О чем это говорит? Это говорит о том, что учение Маркса в принципе актуально. Но если говорить о Марксе, то он попал в эпоху колониальных захватов. И я предлагаю вам сейчас небольшой экскурс в историю. Вот посмотрите, 1750 год, Китай. Китай – великая мировая держава. Его производство на мировом рынке, промышленное производство, доля, составляет 33%. Это больше, чем вся Европа. И что меняется? К началу 1900 года, когда Англия при помощи своих военных сил заставила раскрыть экономику Китая, ситуация резко ухудшилась. Аналогично с Индией. Посмотрите, 1750 год. Доля Индии на мировом рынке составляет 25% промышленного производства. Опять же, это больше, чем вся Европа. Ну, так вот, на минуточку, доля Англии составляла 1,9%, то есть меньше 2%, да? Причем британские инженеры приезжали в Индию на сталелитейные заводы, а Индия тогда была лидером по производству стали, и перенимала технологии у индийских инженеров. И что же случилось? 1920 год. Экономику Индии раскрыли. В результате промышленное производство на душу населения в Индии упало в 7 раз, а объем с 25% на мировом рынке упал до 2%. Причина – колонизация и насильственное раскрытие экономики Индии. То есть удел этих стран был стать слаборазвитыми. Как говорил известный экономист Клод Леви-Строс в своей работе «Структурная антропология», те страны, которые мы сейчас называем слаборазвитыми, они стали такими не в силу каких-то естественных причин или своих ошибочных действий. Нет, это все произошло за счет того, что страны Запада попытались за счет дешевой рабочей силы, дешевых природных ресурсов и территории улучшить свое благосостояние. Почему на мне? Риторический вопрос. Я, конечно, могу дальше без слайдов рассказывать, но чтобы вам было понятнее, лучше все-таки, чтобы была презентация. Да. Я? Или энергетика? Я думала, моей энергетики хватит на зарядку ноутбука. Да, конечно, где? А можно убрать, разрешить редактирование и начать с того слайда, где я закончила? Угу. Ничего страшного. Так вот, спустя 150 лет учение Маркса актуально. И во многих его работах, ну, в основном, конечно, это в «Капитале», мы видим те современные аспекты современного капитализма, которые Маркс предсказывал еще тогда, то есть 150 лет назад. Ну вот коротко я вам о них расскажу, я выделила их пять. Первое — хаотическая природа капитализма. Маркс всегда писал о кризисной природе капитализма. Он говорил, что производство, производство и производство в итоге приведет к тому, ну, жажда прибыли, да, что не останется уже никого, кто будет покупать нашу продукцию, не останется никаких новых рынков и никаких новых займов. Это говорит о том, что, ну, кризис перепроизводства актуален. Также Маркс писал о фиктивном капитале, который мы тоже можем наблюдать в наше время. Давайте вспомним кризис ипотечного кредитования, крах ипотечного кредитования в США в 2008 году, да, когда такие инструменты, которые называются фиктивным капиталом, как облигации и дефолтные свопы, например, да, обвалили этот рынок. То есть ипотечные заемщики, они просто не смогли платить по своим долгам. В итоге мыльный пузырь лопнул, ну, как и предсказывал Маркс. Мнимые потребности. Здесь вообще все интересно. Маркс писал, что большинство потребителей, как им навязывает капитализм, они стремятся все время покупать все новые и новые вещи. Причем иногда ценность этих вещей не очевидна. Я вам приведу пример на примере айфона. Вот пользуетесь, знаете же, да? iPhone, очень известный такой гаджет. Посмотрите, четвертая модель, пятая, шестая, седьмая. То есть они выходят с небольшим интервалом, да, примерно год. И что? Вы можете мне объяснить, чем, например, седьмой iPhone намного, например, хуже, чем восьмой iPhone? Принципиально-то разницы нет. То есть потребность — это все-таки мнимая или потребность — это естественная, да?
И вот здесь очень хорошо посмотреть на примере американского общества. Американцы, они в принципе стремятся к роскоши и стараются покупать, ну, ненужные вещи, к сожалению, ненужные вещи. А старые вещи, которые они меняют на новые, хотя они еще годные, уничтожать. Так вот, это уничтожение пагубно сказывается на экономике других стран. Например, все захоронения электронных отходов происходят на территории Китая, и там очень много из-за этого онкобольных. Так вот, может быть, мы задумаемся, как бы, да, нужны ли нам эти мнимые потребности. Глобализация капитала. Но, может быть, вопрос глобализации сейчас звучит и вполне естественно. А давайте не забывать, что в 1848 году, когда Маркс впервые о ней написал, никто еще не знал даже, что это такое. Глобализация, я напомню, это процесс завоевания новых рынков, да, вовлечения всех стран в единый мировой рынок. Так вот, цитирую Маркса. Капитал в процессе поиска новых рынков будет распространяться по всей поверхности земного шара, и везде ему нужно укорениться, везде ему нужно внедриться, и везде ему нужно навести свои связи. Это действительно так. Процесс глобализации, он в принципе неизбежен, и Маркс это предвидел. Монополия. Но здесь тоже все интересно. Как гласит классическая экономическая теория, конкуренция — это естественный способ, который может существовать на рынке самостоятельно. Да? Но Маркс писал, что на самом деле через несколько лет в мире останется несколько крупных компаний-монополистов, которые будут конкурировать и бороться между собой. Опять же, посмотрим на примере американской экономики. Посмотрите, все мелкие семейные магазинчики были вытеснены с рынка крупными гипер- и супермаркетами. Все мелкие фермерские хозяйства были подавлены и подмяты под себя крупными аграрными сельскохозяйственными корпорациями. И на смену местным банкам пришли мировые банки. Это все говорит о том, что монополия, она есть и как бы существует в наше время. То есть здесь тоже Маркс был прав. И последняя резервная армия промышленного труда. О чем здесь говорит Карл Маркс? Здесь речь идет о том, что по законам капитализма капиталист будет наращивать свое производство, при этом автоматизируя его, но будет пытаться как можно меньше платить заработную плату. Почему? Потому что существует так называемая резервная армия труда. То есть это та большая безработица, то большое количество безработных, которое стоит за дверью, грубо говоря, и пытается занять ваше место. Поэтому работник, зная, что его могут заменить, что как бы за дверью стоит 10 человек, готовых на его место встать, он не будет высказывать никаких претензий капиталисту по поводу плохих условий труда или по поводу низкой заработной платы. Нет, он будет спокойно сидеть и держаться за свое место. То есть как эту проблему можно решить? Только в условиях полной занятости, когда вот эта резервная армия промышленного труда уменьшится, и работник будет знать, что ему на пятки не наступают 10 безработных, вот тогда, может быть, он решится высказать капиталисту требования улучшения условий труда, повышения заработной платы или, ну, как минимум, там, пригрозит уйти в другую компанию. Да? Итог. За 150 лет мы приходим к выводу, что вопросов остается еще очень-очень много, и можно говорить о Марксе бесконечно. Тем не менее, мы доказали, что его учения актуальны и в наше время. И я хочу сейчас вам дать два небольших совета. Маркс также писал о процессе первоначального накопления капитала. Вы, вот, студенты, то есть будущие экономисты, вам для того, чтобы начать какое-то свое дело, необходим так называемый стартовый капитал. Я вам сейчас дам два примера, как вы можете это сделать. Вот, допустим, вы являетесь специалистом в какой-либо области, да, и у вас есть небольшое количество первоначальных денег. Вы можете, например, начать с создания своего сайта. На этом сайте постепенно будут накапливаться статьи, какие-то там материалы, ну или в вашем блоге, да, которые со временем за счет рекламы будут приносить вам доход. Этот способ много затрат не требует, также он такой полупассивный источник дохода, что позволит вам, не отрываясь от учебы, ну как бы зарабатывать хоть минимальные, но деньги. Второй способ, он вообще беззатратный. Это так называемый заработок на партнерских программах. То есть здесь вы просто на своих личных страницах, в социальных сетях, как бы рекламируете, советуете курсы, программы, товары и услуги других людей, из продаж получаете процент. И хочу еще сказать в заключение об обучении. Обучение — это тоже инвестиции, инвестиции в человеческий капитал. Если вы выбираете платное обучение, вы экономите время. Если вы выбираете бесплатное обучение, вы экономите деньги. Какой бы способ обучения вы ни выбрали, вы в любом случае инвестируете в себя, в человеческий капитал. А в современном мире, когда все очень быстро меняется, появляются новые рынки и новые товары, инвестиции в знания будут актуальны всегда. И закончить я хочу фразой
с вопроса, которого мы начали, да? Это Роберт Хейлброунер, известный экономист, автор книги «Сильные мира сего», где он писал о Карле Марксе. Мы обращаемся к Карлу Марксу не потому, что он непогрешим, а потому, что он неизбежен. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про фиктивный капитал. Тема «Фиктивный капитал Маркса». Понятие «фиктивный капитал» был введен Марксом, и он обозначал капитал, который вложен в ценные бумаги. То есть тот капитал, который не участвует в производственных процессах, не содержится в материально-вещественных ценностях, и в то же время он отличается от судного капитала тем, что он не является деньгами. Название «фиктивный» связано с тем, что данный капитал не приносит сам по себе доход. Он лишь является инструментом перераспределения дохода и, соответственно, прибыли. Почему эта тема актуальна? Данная концепция Маркса актуальна в наше время, поскольку доля фиктивного капитала растет. Она увеличивалась и во времена Маркса, и тем более в 20 веке. Карл Маркс выделял несколько форм фиктивного капитала. Первый из них — это банкноты и денежные средства, которые не обеспечены золотом. Как вы знаете, во времена Маркса все деньги были обеспечены золотом, в отличие от современных монет и банкнот. А второй формой капитала Карл Маркс считал именно фиктивного капитала — облигации и акции. Почему? Если мы с вами рассмотрим пример с акциями и представим, что у каждого из нас, мы с вами предприятие, у нас есть 1000 акций, ну, скажем, стоимостью, которые на рынке оцениваются по 1000 рублей каждая. Таким образом, можно предположить, что рынок оценивает стоимость нашего предприятия в 1 миллион. Сумма красивая, собственникам нравится, но если мы захотим в один какой-то момент времени продать наши акции и получить за них деньги, мы сможем получить миллион? Как вы думаете? Да, в один момент, если все собственники захотят продать акции. Не сможем, да, потому что как только кто-то начнет продавать акции, цены на них начнут падать. А основная причина заключается в том, что у рынка этого самого миллиона нету. Этот миллион — это фиктивный капитал. То же самое с облигациями. Если мы с вами имеем облигацию, у нас есть документ, да, ценная бумага, мы на нее получаем доход, но на самом деле те деньги, которые мы как бы дали в долг государству, например, если это облигация государственного займа, на самом деле они уже на что-то потрачены, да, на них уже выплачены пенсии, там, что-то закуплено, какие-то товары или услуги. Таким образом, опять-таки, мы имеем дело с фиктивным капиталом. То есть это та ситуация, когда долги становятся товаром. И самое интересное, что Карл Маркс уже тогда, в 19 веке, говорил, что этот процесс, он неизбежный, и его причина во внутреннем противоречии капитала. И что, соответственно, доля этого капитала фиктивного в экономике будет только возрастать. Карл Маркс писал про векселя, и в третьем томе «Капитала», где он как раз и вводит понятие фиктивного капитала, он говорит о том, что уже в то время, в его время, нельзя было точно определить, какая доля векселей создается и выпущена для обеспечения реальных сделок, а какая часть векселей выпускается только для того, чтобы заменить те векселя, которые уже есть в обращении, но по ним еще не наступил срок платежа. То есть выпускается взамен, да, под, по сути, долг. И что же мы с вами видим, если посмотрим на 20 век? На данном слайде вы видите график. Цифры здесь не очень важны, важны тенденции. Вы видите, что стоимость фиктивного капитала, фиктивных активов, сильно отрывается от стоимости реальных активов. И в настоящее время 80 или 90 по разным оценкам капитала представляет собой именно фиктивный капитал. То есть тот капитал, который, он как бы есть, но финансовый пузырь может в один момент лопнуть, и капитала и денег как бы нет. И здесь мы с вами можем вспомнить цитату из книг Льюиса Кэрролла, где герой говорил о том, что сложно поверить в невозможное, ну, нельзя поверить в невозможное, а королева отвечала, что у вас просто мало опыта, да, и нужно просто тренироваться определенное количество времени для того, чтобы в это поверить. В
Фактически, в данном случае, когда мы говорим о фиктивном капитале, мы имеем дело, по сути, с некой экономикой зазеркалья. И у нас очень много примеров. Один из примеров — это крупнейший коммерческий банк Европы, Deutsche Bank. Ну, естественно, это крупнейший коммерческий банк самой Германии. И у него есть одна такая особенность. У него 75 триллионов евро вложены вот в такие производные ценные бумаги и являют собой фиктивный капитал. И на самом деле это 20 ВВП Германии, примерно 20. То есть это огромное, да, вы понимаете этот порядок. И вы знаете, об этом никто бы особо не узнал, если бы в 2015 году банк не был бы на грани банкротства, ему не пришлось бы слезно просить Центральный банк Европы открыть ему кредитную линию, очередную, безлимитную. И в связи с этим эта информация, значит, попала во все СМИ и, соответственно, стала для нас всех доступной. А ему эту линию открыли, да, банк спасли. Но основной момент — динамика и сама диалектика развития фиктивного капитала, она заключается в том, что вы не можете остановиться. Когда у вас есть вот такая дыра, есть долги, которые уже тоже заложены, и на них выпущены новые активы, чтобы вам поддерживать свое финансовое состояние, вам нужно выпускать все время какие-то новые ценные бумаги, да, придумывать там фьючерсы, там, под них там опционы, варанты и так далее. Дальше. И одной из тенденций развития фондового рынка в 20 веке, во второй половине, считается именно появление новых видов ценных бумаг. И опять-таки здесь мы с вами можем вспомнить цитаты из книг Льюиса Кэрролла, да, где один из героев говорил, что чтобы оставаться на месте, надо бежать со всех ног, а чтобы только куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Но когда мы с вами, если мы с вами эту цитату применим к фиктивному капиталу и к фондовому рынку, она уже не будет нам казаться такой нереальной. И все бы хорошо, да, инструмент есть, он приносит доход, глупо им не пользоваться, да, но все это справедливо только для спокойных времен. Для спокойных времен, потому что у нас есть две проблемы с этими инструментами. О них уже писал Маркс. Во-первых, не существует алгоритмов, позволяющих привязать цену вот этих вот фиктивных активов к реальным активам. То есть как только выпущены акции, они начинают на рынке торговаться, и их цена после этого слабо привязана к цене реального акционерного капитала, который есть у предприятия. И создается иллюзия их самостоятельного обращения. Потому что, то есть как будто бы они являются тоже титулами собственности, да, и, соответственно, их цена как-то изменяется. А второй алгоритм, вторая проблема — это то, что в настоящее время, после особенно 2008 года, да, после финансового кризиса, сложно сказать, а существует ли ликвидный рынок на все эти инструменты. То есть фактически мы имеем сейчас такую ситуацию, когда организации, подобные Deutsche Bank, имеют замороженные деньги в подобных активах, которые никому не нужны, а списать мы их не можем, потому что это будет дыра, это будет банкротство, банкротство одних потянет с собой банкротство других и так далее. И в мире, когда 80-90% капитала носит фиктивный характер, это становится, ну, таким серьезным вопросом, да, для экономистов и для, соответственно, обывателей. А Карл Маркс говорил, что причины этой ситуации, они лежат именно в противоречиях самого капитала как сущности, да, и, как было сказано ранее предыдущими спикерами, диалектика Гегеля, да, вот четкая логическая структура всех мыслей и идей Маркса, она как раз помогает ему делать такие выводы и обосновывать такие положения, которые актуальны и в наше время. И в настоящее время мало кто понимает, как выйти из этой ситуации. Фактически мы имеем ситуацию с большими долгами у многих фирм. И то есть ситуация, когда активы есть, но на самом деле в любой момент времени они могут сдуться, этот пузырь может лопнуть, что не понравится никому. И опять-таки мы можем вспомнить Льюиса Кэрролла, да, чьи герои говорят нам о том, что многие, мало кто находит выход. Мало кто его видит, даже если нашел, а многие даже не ищут. И вот мы как раз сейчас с вами
находимся в такой ситуации, когда, собственно, что делать с вот этой разрастающейся долей фиктивного капитала, мало кто понимает. Вот. Ну и закончить я хотела бы на том положении, что фиктивный капитал сейчас во многом сосредоточен именно на фондовых рынках. Как вы знаете, в последние годы было выпущено довольно большое количество необеспеченных денег. Кто больше всего выпустил таких необеспеченных денег в рамках процедур количественного смягчения? США, правильно. А где самый развитый считается фондовый рынок? В США. Соответственно, вот эти необеспеченные деньги, они попадают на фондовый рынок. А представьте себе, что станет, если они попадут в реальный сектор экономики? Инфляция, да? Ну и со всеми вытекающими процессами. Поэтому вот эта концепция Маркса про фиктивный капитал, она остается актуальной и в наше время. Изменились формы, изменились виды ценных бумаг, но основные закономерности, они остаются. Так что, ребят, читайте Маркса, всем успехов, спасибо за внимание. Итак, приветствую вас. Как же связан блокчейн с Марксом? Все слышали хоть раз слово блокчейн? Так вот, проблема благосостояния населения была актуальна до Маркса, во времена Маркса и после Маркса. Так как же связано это с технологией блокчейн? А на сегодняшний день это технология, которая позволяет людям доверять друг другу и сотрудничать на равных. В 2008 году, после краха всей финансовой системы, никому неизвестный Сатоши Накамото, личность, кстати, до сих пор неизвестная, неподтвержденная, создал протокол для цифровой валюты, названный биткоин. Но биткоин — это актив, он волатилен, поэтому нас интересует технология, на основе которой он построен. Здесь у нас биткоин. Итак, с появлением технологии блокчейн люди могут доверять друг другу, и это доверие основывается не на авторитете какой-то организации, не на авторитете какого-то конкретного человека. Это доверие базируется на криптографии и умном коде, и поэтому это можно назвать доверительным протоколом. Так как же работает блокчейн? Если мы производим какую-то транзакцию, например, купли-продажи, это записывается, и информация вносится в блок. Блоки объединяются, и эту информацию уже нельзя изменить, потому что одновременно она записывается на миллионах компьютеров во всем мире. То есть, если вы захотите когда-нибудь поменять эту информацию о нашей транзакции, да, подменить, удалить, то это невозможно. Тем и интересна технология блокчейн. То есть запись происходит одновременно на миллионах компьютеров о совершенной транзакции. Все мы с вами пользуемся услугами посредников. Что за посредники? Банки, государственные организации, какие-то посредники в интернет-среде. Пользуетесь? Платите за услуги посредников? Или бесплатно? Так вот, технология блокчейн позволяет устранить посредников. Каким образом это возможно? Крупнейшие переводы денежные по всему миру — это денежные переводы населения. И сейчас эта сумма составляет 600 миллиардов долларов в год, и эта сумма постоянно растет. Представим себе, домохозяйка живет и работает в Нью-Йорке, сама с Филиппин, ежемесячно посещает офис Western Union для того, чтобы перевести $300 своей матери в Кесон-Сити. Это Филиппины. $300 она отправляет, платит 10%, и в течение 4-7 дней ее мать получает эти деньги. Домохозяйка узнает о том, что существует приложение на блокчейне,
которая называется Абра. Она закачивает его себе в телефон и переводит своей матери на мобильный номер $300. В течение минуты ее мать, находясь на Филиппинах, получает сообщение о том, что на ее счете появилось $300. Она выбирает способ, которым она может получить эти деньги. Это либо обратиться в офис компании, либо воспользоваться услугами курьера. Она выбирает курьера, открывает приложение, смотрит ближайшего к ней курьера, нажимает на него, и в течение 10 минут курьер приносит ей деньги уже в филиппинских песо. За свои услуги он берет 2%. Что мы имели? 4-7 дней и 10%, 20 минут и 2%. Всем известная компания Airbnb, знаете, слышали, пользовались услугами. Так вот, эта компания оценивается в $25 миллиардов. И за свои услуги, конечно, она тоже берет какой-то процент. Что если мы создадим приложение на блокчейне, и назовем его условно блокчейн Airbnb, и все владельцы квартир, недвижимости, да, будут выкладывать там свои квартиры. Захотите вы поехать, заходите в это приложение, по критериям выбираете то, которое вас интересует, ту недвижимость, то жилье. Здесь же вы заключаете договор, здесь же оплачиваете, и потом вы можете уже после проживания оставить отзыв. Эта информация никогда не будет изменена. Никто не сможет подменить ваш отзыв, да, скажем так. Блокчейн в медицине. Как можно применить блокчейн в медицине? Все мы с вами болеем, да, периодически обращаемся к врачам. Так вот, блокчейн-технология позволяет создать аналог медицинской карты в цифровом виде. Что это будет значить? Пришли вы к врачу, поликлинику или к платному врачу, или к врачу в другом городе или в другой стране, у вас есть доступ к вашей цифровой медицинской карте, где хранятся все данные о вас медицинские, ваши анализы, ваши обследования, все назначенные вам лечения. То есть это ускорение темпов получения медицинских услуг, сокращение ваших затрат, то есть улучшение качества жизни. Блокчейн и сделки с недвижимостью. Захотели вы купить или продать квартиру? По неофициальным статистическим данным, в России каждая 10-я сделка с недвижимостью – это мошенничество. Поэтому, чтобы избежать таких сделок, многие обращаются к услугам посредников. Это юридические компании, которые будут отслеживать частоту, да, заключения сделки. После заключения сделки вы идете и регистрируете право собственности. Все это занимает время, деньги и так далее. Так вот, есть компании, которые уже работают на блокчейне. В частности, вот компания Factum в Гондурасе. Значит, она создает журнал, где записаны все данные о каждом объекте недвижимости. Захотели вы купить квартиру? Зашли на это приложение блокчейн, смотрите, кто был собственником, сколько раз перепродали эту квартиру и когда. То есть эти данные никогда нельзя будет изменить. Они навсегда записаны и всегда будут верны. И последнее. Авторы контента зачастую не всегда получают те деньги, которые они заслужили, да, и заработали. Например, музыка. Возьмем музыку. Одна исполнительница и автор песен, лауреат премии Грэмми, Imogen Heap, использует приложение на блокчейне, которое называется Mycelii.
что это за приложение, она выкладывает туда свою музыку. Если вы хотите послушать ее песню, то это либо бесплатно, либо стоит какие-то микроценты. Если вы хотите использовать ее музыку в фильме, то правила меняются. То есть вы уже заключаете другой договор и платите другие деньги. То есть музыка превращается в бизнес, которая приносит реальные деньги. То же самое и со всеми деятелями искусства. То есть они могут использовать приложения на блокчейне, чтобы зарабатывать реальные деньги. Так вот, блокчейн-технологии позволяют населению избежать посредников, избежать лишних расходов. Это то, о чем говорил и мечтал Маркс. Спасибо за внимание.